Трибуны бассейна «Дельфин» поселка Развилка были переполнены болельщиками. Они пришли на традиционные зимние соревнования «Рождественские старты», чтобы поддержать своих пловцов. В заплывах принимали участие воспитанники оздоровительного центра. Соревнования проводятся по регламенту Всероссийской федерации плавания. Старт один. Дистанция 25 метров. Это дистанция для малышей. И на дистанции 50 метров, на дистанции метров комплексного плавания дети могут выполнить спортивные разряды. Соревнования такого формата проводятся в бассейнах Видного и Развилки уже более 10 лет. На этот раз в заплывах принимало участие более 220 человек. Также на старт вышла группа детей с ограниченными возможностями здоровья «Самоцветы». Плавание позволяет укрепить здоровье, увеличить силу и тонус мышц и получить заряд хорошего настроения. Мне кажется, что в плавании ты сразу все развиваешь. То есть, например, бокс ты развиваешь часто руки свои, в каком-то там спорте ноги, а плавание ты все равномерно развиваешь. Чтобы успешно выступить, юные спортсмены усиленно тренировались и готовились к соревнованиям. В день старта очень важна поддержка родителей. Ильмира переживала за свою дочь Ксению, хотя это как раз тот случай, когда участие важнее победы. А мы чисто для здоровья занимаемся. На самом деле нет, это просто для удовольствия. Кто-то из пловцов в дальнейшем планирует связать свою жизнь со спортом. Для других это лишь хобби. Но главное понимание, что начать заниматься плаванием никогда не поздно. Я посоветую, если вы хотите заниматься плаванием и достичь каких-то результатов, старайтесь на тренировках, работайте над собой, главное не унывайте. По итогам соревнований победители получили грамоты и ценные подарки. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.